Привет. Хочу показать, как сделать гидрозатвор из трубки, которая стоит в пэт-бутылке. Очень легко. Берем зажигалку, нагреваем, изгибаем V-образный гидрозатвор и вставляем в бутылку. Получается вот такая вот штука. Все герметично, все отлично работает. Может быть, уже кто-то придумал до меня, но я тоже сам придумал это дело. Поэтому пользуйтесь, очень удобно. Всем пока.